Приветствую всех на канале. Сегодня пришла к нам посылка, и в посылке у нас замечательный радиоконструктор. Вместе с корпусом, динамиком, необходимыми запчастями и радиодеталями. Печатная плата у нас хороший двусторонний текстолит. Это у нас экранчик LCD. И все остальное необходимое есть. Сначала устанавливаем резисторы, так как они самые низкие элементы. Вот, затем модуль запаяем. Теперь конденсаторы монолитные. Каждый раз я проверяю емкость, чтобы не было брака. Вот установили по месту. Теперь у нас кристалл тут устанавливаем. Кроватки устанавливаем. Две кроватки тут у нас. Теперь у нас электролитические конденсаторы. Соблюдаем обязательно полярность. Плюс-минус не перепутаем. Вот такие микросхемы управления светодиодами. Вот. Для индикатора уровня звука. Теперь гнезда устанавливаем, питание. Так, по месту выключатели. Вот их у нас две штуки. Устанавливаем. Теперь это разъем для экрана. Теперь вот такие кнопки. Светодиод я проверяю каждый и устанавливаю по месту. Тут полярность плюс-минус не перепутать. Устанавливаем чип. Устанавливаем сам экран. Припаиваем выводы и гнезда. Сборка полностью завершена, и получился вот такой радиоприемник. Здесь у нас телескопическая антенна. Так, ее можно вытянуть. С этой стороны включатель. И здесь включатель цвета музыки, встроенная цвета музыка, то есть из светодиодов. Экран LCD. Вот, отдельные кнопки настройки на станцию, и отдельный громкость звука и настройки на станцию. Раньше я собирал вот такой, очень похожий, но не идентичный. Здесь чем отличие? Тут циферблат, это раз, потом тут крутилка громкости, так, и настройка вот кнопки. Здесь включатель, вот, напряжение такое же практически. Антенну я заменил на такую, потому что та антенна, она нормально не работала. Ну и динамик приблизительно такой же, как здесь сзади находится, да. Но есть отличия. Так, этот тяжелее почему-то, а этот полегче. Вот. Но собрано самое главное отличие тут. Собран на модуле TA-5767, а этот на модуле RDA-5807. Ну, давайте включать и смотреть, как будет работать данный радиоприемник. Антенну выдвинем. Так, и попробуем что-нибудь поймать. Вот. Так, и включаем напряжение. Подаем. Сразу заработало громко. Тут громкость убирается с помощью кнопок. Также и увеличивается. Вот здесь увеличивается, здесь уменьшается. Да. Сразу он нашел станцию первую. Следующую станцию ловим. Нажимаем кнопку. Прежде всего ему нужно счастье. А счастье дают не деньги или славы. Счастье дают два простых... Обязательств клиента перед контрагентом. В результате ваш партнер снижает свой... Звук, качество неплохое, громкость большая. Теперь давайте цветомузыку включим. Чтобы цветомузыка загорала больше, надо громкость увеличивать. Когда максимально достигается вот этих краев, то здесь вот уже цвет меняет светодиодов. Светодиоды эти полноцветные, хотя имеют два вывода. Цвет зависит от напряжения, подаваемого на светодиод. Вот. Ну, в принципе, тут дальше можем половить радиостанции. Так.
Ну, давайте поймаем что-нибудь еще. Подведем итоги. Приемничек получился на славу, собирается легко и сразу работает сходу. Да? Ну и интересный корпус акриловый. В отличие от этого приемника, я решил не снимать и посмотреть, как будет. Тоже неплохо вот так смотрится, как бы такой брутальный стиль. Вот. Ну, довольно-таки тяжелый радиоприемник. И буду отличать их друг от друга. Так они сольются в одинаковом цвете, как говорится. Вот. Очень доволен радиоприемником. Вот. И будем сами делать какие-нибудь аналогичные конструкции. Вот. Спасибо всем за внимание. Подписываемся на канал. Будет много чего интересного. Пока.